Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Хочу с вами проверить петли на рябчиков. Сколько могу зарядки, сколько хватит. Ходим в первой петле. Пусто, рябина есть, все есть. Николаевичу бродяге привет, привет. Охоте и рыбалке Средний Урал. Михалычу, привет. Егору привет. Вот как мы с тобой и говорили, что-то снимаю. Давай уже, хватит сиськи мять. Пойдем в лес сходим. Давай там картошку выкапывать. Чужих огородов. Шутка. День сегодня хороший. 14 сентября 2021 год. Сколько могу сниму. Что-то пусто. Что она так съехала? Ой, болотистое место. Так что вот так идем. Видел тут недалеко следы на дороге маленького медвежонка с мамашей. Ходит. Ходит. А вы представляете, сколько ему рябчиков в этой мамаше может поместиться? Вот так вот. Вспоминаешь, Егорка, места? Я думаю, вспоминаешь. Уж пора выходить. Здорово, ступора. Давай. Будем охотиться. Егор там, у него огород недалеко. Последняя информация, там тоже стоят петли. Прошлый год вот такие же верховые петли. Две белки ему попалось. А этот год, говорит, рябчик попался. Остались одни перья, какой-то зверек сожрал. Ну, я думаю, куница. Пусто пока что. Чего-то. Тоже пусто. Бабье лето, что ли, настало? Никак.
Все-таки крайняя петля в этом месте осталась. И все. Там вначале один рябчик попался. В начале путика. Что-то пока мертво. Старые вырубки. Делянка старая. Волока. Заросшая уже. Пусто, и рябины нет. Ладно, друзья и гости моего канала, до свидания. Любви, здоровья, всего наилучшего. Пока.